Выходные – прекрасный повод прикоснуться к искусству. Где и что посмотреть, подскажет наша афиша и я, Юлия Север. Самых маленьких зрителей приглашают актеры театра «Кукол» 28 марта на спектакль «Гуси-лебеди». Пьеса написана по мотивам одноименной русской народной сказки. Девочка Маша не уследила за своим младшим братцем Ванюшкой. Унесли его злые гуси-лебеди к бабе-яге. Чтобы спасти его, пришлось Маше совершить опасное путешествие в дремучий лес. Спектакль поднимает тему ответственности за порученное дело и взаимопомощи в беде. Самарский театр юного зрителя в эту субботу ставит спектакль «Свет Луна». Это яркая, смешная, динамичная, волшебная сказка о том, что каждый человек в ответе за свой выбор, свой путь. В основе лежит русская народная сказка о царевне лягушке. Эта история с необычными сказочными персонажами подарит зрителю немало чудесных сюрпризов, а главное – массу положительных эмоций. 29 марта на сцене Самарской площади спектакль «Роддом». Обаяние и новизна пьесы в том, что кроме молодых мам и пап, в ней живут и действуют еще нерожденные дети, которые уже отстаивают свои права на будущую хорошую жизнь. В спектакле показаны 4 пары, у каждой своя история со своим финалом. Приходите 29 марта. Чтобы выходные были яркими, отправляйтесь в театр. Я желаю вам всего доброго и говорю до свидания.